Я купил в интернете добавку, присадку для дизеля зимнюю, манол. И в подарок от фирмы мне прислали освежитель воздуха. Тест Хе. Ух ты, ё-моё. Запах есть. Да. Короче, трёшь вот здесь рукой, пальцем. И запах есть. А ну, лепешку попробую. Да, запах есть. Не очень, но не сильный, короче. Так, смотрим, что это такое. По сути дела, присадка была немецкая. Это тоже штука. Нет, это 38, это Болгария. Ага, это Болгария. Так, как делать надо? Открыть, закрутить и потрясти. Можно рыбу отравить. Сколько оно стоит, не знаю. Этот ароматизатор. Написано на болгарском. На украинском. Выкрутить крышку, выдалить корок. Добре, закрутить крышку и повернуть. Пляшечку даже дном, доки вода не просочится. Так, підвісти в місце. Можна у мотика повісити. Так, іспитуємо. Відкриваємо. Орион Квелеті. Парфум. Фреско, Ньюка. А, значить, пахне новою машиною. Ну, давай. О, такой домик. Тут оно что, просто двигается так или что? Ага, смотри, просто двигается. Так, ну давай открываем. Помоги. Не, оно просто, я так понял, открывается. Давай откручиваем. Так, там выдалить корок написано. Ну, корок там, наверное, пластмасс.